Губернатор области Андрей Чибис прокомментировал задержание сотрудника регионального министерства. По мнению главы региона, чистота рядов чиновников – один из главных приоритетов работы власти. Я коллег хочу поблагодарить и коллег из УВД, и коллег из Следственного комитета, и вообще наших правоохранителей за очень слаженную конструктивную работу. Мы будем активизировать работу по очистке рядов чиновников от недобросовестных лиц, ну и, безусловно, от тех лиц, которые совершают правонарушения и преступления.